Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами, можно сказать, доктор Дмитрий. Так что, если вдруг у вас появился озноб или небольшая сутулость, или, не дай бог, почернел пальчик, то вы знаете, к кому обращаться. Ну, а вообще, здоровья и живите долго и счастливо. Ну, а мы приступаем к нашему рабочему дню. В лавке мы уже были, деньги потратили, денег больше нет, но я думаю, что они появятся, если народ будет счастлив и здоров. Так что дом лекаря. Доктора. По пути к колодцу ваш взгляд натыкается на что-то, лежащее под кустом. Вы подходите ближе и обнаруживаете мешок с монетами, который кто-то обронил. Деньги вам точно не помешают, но позволит ли совесть взять чужое? Взять мешок с монетами. Отнести старости. Совесть не позволила вам взять. Мы перевоспитываемся. Мы забываем свое прошлое, воровское, темное. Мы становимся на путь истинный. Вот гады. Но все равно же могут сжечь. Ну, совесть моя будет чиста. Староста был крайне рад, ведь это он обронил деньги в спешке. Вы снискали репутацию крайне честного человека в глазах старосты, чем весьма гордитесь. Крайне просто честный человек. Крайне честный человек. В деревне учистили случаи странных набухших образований на руках и шеях христиан. Пыльные манускрипты вновь пришли на помощь. Боже мой. Теперь вы в точности опухоль. Знаете, что вам делать. Опухоль. Ну, не страшно, эти гангрену лечим, а опухоль что не вылечим. Смотрю, он как будто яблоки. Ой, нельзя показывать на других. И как будто яблоки проглотил. Опухоль. Ну, ничего себе. Вот где была развита медицина, в какие года, да? Все можно было вылечить. Продолжить. Но главная диагностика, женщина, не подумайте, что я буду думать, что вы пьяны. У вас просто... Подожди, мне нужно освежить память. Просто что-то съели не то. Кто-то пришел, ну пускай подождет. Так, ожоги помню. Яйца тоже помню. Подагра вспомню. Не забуду. Только что было. Простуду как-нибудь вылечим. Воспаление... пройдет, мигрень отойдет. Так, мигрень. Что-нибудь от памяти есть? Удыние, зверобойщик. Цинга сложно, но выполнимо, да? Опухоль. Анестезия, вскрытие гнойника. И травки приложим. Травка у нас какая чудесная. От всех болезней просто помогает. Молодец. Молодец, кто ее собрал. Ну, поехали. Так, кровь. А, ну это пару пустяков. Это мы сейчас быстренько тебе ниточки. У нас супер быстрые нитки. Отлично. Давай следующего звони. Звони следующему, пускай заходит. Что, пил, что ли? А? Или ел? Что делал? Мне некогда разбираться. Блин, тут крысы бегают. Некогда мне с тобой разбираться. Заходи, следующий. Кровь опять, что ли? Да что такое? Надо это самое с ними проводить, эти самые занятия по технике безопасности. Что ж они все режутся-то? 270 монет. О! Черные пальцы пришли. Сейчас мы быстренько. Мы мигом. Вот так. Давай. Сюжетные персонажи, мы знаем, что с ними делать. Сначала я совсем плоха не пила, а на ногах... Подожди. Стала я совсем плоха не пила, а на ногах еле держусь. Что это? Подожди, а что это у нее такое? А, ну, цинга жалуется. А я не успею, блин, черт побери. Еще и... Ну вот. Ну, запах же был виден, сразу шлейф. Ну, что ты, это самое, ей тазик с водой. Эх, ну, все. Эх.
Ну, стараться мы, конечно, попробуем постараться, но, блин, я чувствую, что не успею. Подожди. Да не то. Мыша, иди отсюда, не до тебя. Ну что ж такое, женщина, не уходите, простите. Приходите еще, мы вас вылечим. Мы вас вылечим обязательно. Нет, вот это вот попрошайка меня просто уже надоело, а? Уберите этот листок от... Что ты хочешь? Башмак? Сейчас поможем, давай. А смотри-ка, можно так оп и все, да? Оп и нет. Че надо? О, пришел опять, да? Так, слушай, это заваривайся. Это сюда наложили, это порезали, это положили. Это дали. А че он не пьет? А, сначала нужно вскрыть гнойник, а потом дать. Понятно. Так, нехорошо, башка раскалывается, кусок горла не лезет. Мигрень. Это мигрень. Это мигрень. Блин, куда я опять с чайника ее пою? Да что ж ты будешь делать, а? Давай быстро уже. Сразу капли только увидел. Руку твою. Уже за яйцами побежал. Че тебе надо? Трясет меня так, что стены ходуном ходят. Так, а у нее это самое. У нее это самое. Как она называется? Это самое. Температура. Подожди. А, да. Пей, иди. Крыса, уйди отсюда. Оп, пришел, гад, на тебе колотушкой. Вот же начинает мне тут рассказывать. Не ной, иди. Так, цинга. Цинга, 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 опять цинга. Гнойник вскрываем. Гнойник вскрыли, подожди. Цинга. Нарезали, закипятили. Да подожди ты, что ты будешь? На. Сюда, быстренько. Это еще и... Ты меня не сбивай. У меня пациенты. Будь здоров. Спасибо. А этого, смотри, этого не успокоишь. Он... Глотай. Глотай. Пиявочку держи. 505. Кровь, кровь, кровь. Яйца. Яйца готов. Скипидар готов. Ниточки... О, наконец-то, наконец-то. А то нагнал меня тоску, просто уже клонит в сон. Так, пришел, молодец. Держи пиявку. Ух, как тяжело. Что, женщина, случилось? Так плохо мне, что даже кушать не хочется. Ну, этот самый. Не опухоль. Мигрень, мигрень, просто мигрень. Это простая, обычная мигрень. Сейчас мы тебе ее вылечим. Подожди, подожди, женщина, не уходи, у меня похитили твое лекарство. Пиявку держи. Да. О, это молодец. Это бы быстро. Рука уже добита просто. Лечение ран. Че? Да ты что? Загорал, загорал, вижу сразу. Женщина. Скушала что-то не то. Так, попрошайка, на всякий случай тебя оглушу. Лучше бы дома осталось. Но это самое, сразу видно, что у нее уныние. Сразу видно, что надо зверобойчику. Немножко зверобойчику. Пожалуйста. Спасибо, мне лучше. Фух. И мне хорошо. Как бы, и когда вам хорошо, и мне хорошо. Так, вскрываем. Вскрываем, вскрываем. Глушим. Не то, наверное, глушили. Подожди, подожди. Цинга, цинга, цинга.
Да нет, 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 нет. Цинга. Цинга. Нарезали чайничек, кустик положили, сюда вылили, кустик порезали, дали. Вот так. 685 монет. Когда день рабочий закончится? Ты не знаешь, а? Попрошайка. О, привет. Вижу, вижу твою... твой едук. Да. Все будет хорошо. 710 монет. Что опять? Что? Что? О, как сильно горло дерет. Помоги. Температура у тебя, женщина. Температура. Подожди, вот сюда. Сюда, вот так, вот так, вот так залили. Это накипятили. Сейчас быстренько пройдет. Что, не прошло, что ли? Не понял. В чем дело? Ну, простуда. Мы все сделали, чтобы... Я что, не тому дал? Или это пьяница повлиял как-то, да? Он же может как-то пьяница, раз больных, они могут отказаться от лекарства, да? Ну, отказались и отказались. Так, подожди. Надо его глушить. Так, отрезали. Цинга отрезали. Угу. Приступаем. Так, подожди. Это кипятим. Это так делаем. Это так делаем. Да что ты будешь делать? Да что ты будешь делать? Глуши этого пьяницу. Все, спасибо, лекарь. Пожалуйста, до свидания. Так, сутулы, да? Ноги ноют. Подожди, глуши этого пьяницу. Да что ты будешь делать, а? Ноги ноют. Лекарство не хуй. Чайник, что, с кем там чайник кипит, а? С чем он там кипит? Или он просто так кипит? Что случилось? Лучше бы остался дома. Зверобойчик, да, тебе поможет? Зверобойчик поможет? Должен. Я не понял, когда рабочий день закончится? Вот. Два. Ну, денег вроде как бы подзаработали. Индульгенцию, ну, я думаю, что она нам не нужна. Скальпель купим. 520 монет. 520 монет. Ну, давай купим. Купим. 170 осталось. Ну, в общем, ладно. Дождик. Ну, в таверну не пойдем разгонять тоску. Вроде как бы все нормально, да? Так, настроимся на еще новый рабочий день и дом доктора. Вы шли мимо сельского дома и почувствовали запах домашнего рулета. Оглянувшись, вы увидели вожделенную сладость на окне дома местного старосты. Ну что, ты хочешь взять? Попробовать украсть рулет. Пройти мимо. Давай попробуем пройти просто мимо. Я не знаю, какие это будут последствия, но попробуем пройти, если это возможно. Вы прошли мимо и весь остаток дня вспоминали этот рулет, чувствуя легкую тоску и потерянность. Вы уже никогда не будете прежним. Да ладно. Может, что-то с ним это самое, настроение, да? Странная тишина окутала деревню. Кажется, будто все замерло в ожидании беды. Что такое? Что случилось? Странная тишина окутала деревню. Кажется, будто все замерло в ожидании беды. Это потому что и что? Я не стащил эту плюшечку, что ли? Что за беда? Доктор, что-то мне нехорошо. С самого не своя. И горло болит нестерпимо. Так. Ну?
Подожди, подожди. Да не так все, подожди. Ну, помогло? Че она такой, орел какой-то у нее этот самый? Какой от меня толк? Зверобойчик? Что случилось-то? Лучок? На, держи. Главное, никакой новой болезни, но что-то не то. Опухоль, 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 опухоль на шее вижу. Увидел опухоль. Анестезия, вскрытие гнойничка и травку приложить. Анестезия, вскрытие гнойничка. Травку сейчас мы сделаем. На. Все, опухоль твоя прошла. Так, постой. Уйди к черту. Ох, что это дурно, мне дурно. Слушай, ну мне кажется, что-то не то. Что-то с ними не то. Давай промыть желудок и пустить кровь. А, пиявки. Опухоль. Видишь, на щеке опухоль. Припухлость. Хотя, может, это что-то другое. Может, у нее что-то другое. Но не знаю. Может, этих лечить нетрадиционными? Голова так болит, хоть вешайся. Мигрень. Мигрень. Может быть, их, ну, как бы, лечить по-другому. Сейчас посмотрим. Итак, у него что? Мигрень у него. Вот что. Мигрень. Так, а пиявочку? Пиявочку, держи. Все, я думаю об этих необычных больных, но это как бы, это вроде может быть это чума. Сначала болел этот палец. Подожди. Так сильно, теперь вовсе согнуть его не могу. Ну это должно быть это самое. Должно тебе помочь. Сутулость должна пройти. Спасибо, пожалуйста. Так, так, так. Все это мы уже знаем. Какая-то дрянь на моих глазах. Веки слипаются, ничего не могу разглядеть. Слушай, ну это определенно необычная какая-то болезнь. Я бы лечил... приготовить настой на травах и сделать компресс для глаз. Это традиционные методы лечения. А не нетрадиционными. Это налить воды и дать ей умыться. Но в чем-то какой-то подвох, я так понимаю. Может, я, конечно, не понимаю, но я попробую дать воды и налить. И все, что ли? Лучше женщина тебе. Так, ладно. Держи. Я слежу за тобой. Каждая ошибка. Следи, следи, следи. Все мы лечим как положено. Пиявками, водой. Лучок. Иди отсюда, гадина. Можно я тебя тоже долбануть, чтобы ты не следил за мной, а? Так, ну... Так, дабочки мы дадим. 485. Неплохо. Так, лучок, пожалуйста. Размешали, дали. Как же я... Я не заметил эту болючую шишку. А-а-а. Вскрыть гнойдик и сделать припарку.
открыть гнойник и сделать припарку. Это лечится шишки, да? Ну, опухоли. Но при чем тут приготовить? Зачем они меня путают? Давай приготовим отвар от зверобоя. Отвар от зверобоя. Почему нет? Странно. И тебе тоже зверобой, да, нужен? $530. Ноги ноют? Вот. Будут смеяться теперь ноги, улыбаться, будут счастливы. Да что ты такой? Зверобой как пошел в ход, а? Зверобой пошел в ход. Спасибо. А что тебе надо? Что ты пришла? Подожди, вскрываем. Цинга это. Ох, цинга это вообще. Вроде как бы и просто, но в то же время... Подожди. Подожди, это в чайник надо. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это вот так. Ты чё вот это вот пришла мне светиться здесь? Заразу разносите, а? Получи. Гнойник вскрываем. Гнойник вскрываем. Нарезали, закипятили. Так, оглушили. Оглушили ее на всякий случай, потому что может спереть все что угодно. Так, температура, температура. Температура, глуши ее, глуши всех. Температура, температура. $670. Так, всех, короче, под... не разбираюсь. Крыса, иди отсюда. Вот не до тебя сейчас. Так, на, пей. Пей, пиявочку держи. Давай, пока. Ага. Так, кияночку выбросили. Да ты смотри, вместе с этой самой. А шить кто будет? Кто будет шить? Забыл, как уже в руках и иглу держать. 740, 740. Так, сутулый пришел. Сутулый пришел. Сейчас быстро сутулого отправим назад к деду. Держи. Налазит еле башмак. Подожди. Башмак. Да. 785. Светит. Солнышко ему режет глазки. Ты смотри. У тебя ж воспалился глаз. Глаз воспалился. Так, сейчас мы тебе припарочку сделаем. 810 уже монет. Что случилось? Голова болит, хочешь как вешайся. Мигрень. Мигрень? Да... Мигрень, мигрень, мигрень. Стоп, что не так сделали? Истолочь надо, истолочь. Без толочь, истолочь. Вот так вот. Температурка? Сейчас будем лечить, подожди. Как бы не запутаться тут. Да. Все еще чувствую себя нехороший лекарь. Что за напасть такая? Уложить попрошайку и накрыть ее одеялом. Ну давай уложим и накроем. Спасибо, лекарь. Мне уже лучше, я посплю немного. Может, открывать уже и не придется? Ноль ошибок допущено.
А что случилось-то? Ты смотри, что происходит. А ну-ка. Опа. Смотри, что. Чума. Чума пришла в наш городок. Так. Женщина, я бы на вашем месте эту самую повязку одел, перчатки или что-нибудь еще. Купить. Все, что можно было, раскупили уже. Так, ну дом доктора. К вам заявляется помятый пьяница, рассказывает, что в таверне в самом разгаре потасовка. Поспешить в таверну остановить. Вы врываетесь в кабак и пробуете успокоить крестьян. В итоге присоединяетесь к драке, а после и к веселью с местными балагурами. Вы неплохо провели время и нашли новых друзей. Отлично. Отлично. Новая хворь гуляет по округе. Вы с головой погрузились в изучение трактатов былых времен. Да, да, да. Найти нужное лекарство пока не удалось, но болезнь очень заразна. В одной из книг вы нашли чертежи защитной маски из кожи и потратили большую часть ночи, чтобы смастерить ее. Повязка, повязка. В одной из книг вы нашли чертежи защитной маски. Хорошо. Наденьте чумную маску перед началом дня. Так, спокойно, спокойно, что случилось? Чего это вот? Ух, как сильно горло дерет, помоги мне. Секунду, 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 дай мне сосредоточиться. Как это все влияет, почему вдруг и что как? Ладно, некогда думать, надо лечить людей и спасать. Что у нас... Почему я маску снял? Что такое? Так, это самое, припарочку. Не хочет? Подожди. Что такое? А, горло болит. Подожди, горло болит. У нее совсем другое. Совсем другое. Ну, понеслось, ну, понеслось. Уберите вот это что-нибудь, кто-нибудь. Уберите ее куда-нибудь. А, рухнула. Что тут? Кажется, я съел что-то не то. Кажется, ты что-то съел не то. Кажется, что-то съел не то. Ну, у него отравление. Что у него? Крыса, уйди отсюда. Что случилось? Солнце такое яркое, что ли? Я не понял, а что, почему они так вдруг пошли? Не понял. Ладно. Уберите вот эту штуку. Я не могу работать. Я не могу работать. Я не могу работать. Подожди, это в корзину. Вот что нужно было сделать. Господи, здесь же корзина есть. Солнце такое яркое, что режет глаза. Вылечим. Не понял. Я не понял, что происходит. Так, глуши. Режь. Опухоль. Вскрыли? Вскрыли. Да что ты будешь делать, а? Не тратьте на меня время. Пойду. Подожди, не уходи, зверобойщик. Как так получается? Я лечу...
одно и другое. О, как сильно горло дерет. Помоги скорее. Подожди, у нее что-то... Кажется, съел что-то не то. Так, крысу надо убрать. Кажется, съел что-то не то. Что опять? Кажется, опять что-то съела. Нет, что-то другое. Что за шишка? Подожди, мне может нужно одевать эту чумную маску? Секунду, не уходите. Что за шишка? Отрезали шишку? Как же жарко в этой штуке. Сниму ее ненадолго. Не тратьте на меня время, я пойду лучше. Зверобойщиком и пойдешь. Одень маску, не снимай ее. Ох, как сильно горло дерет. Помогите скорее. Секунду, поможем. Горло дерет. Может, маску нужно одевать, когда вот приходят эти синюшные, или... Так, этому подташнивает. На, держи. Как же жарко. Не снимай ее, одень. Не трати на меня время. Одень маску. Спасибо, лекарь. Что за шишка такая? Шишка. Что за шишка такая? Да что ты будешь делать, а? Что там по времени? Блин. Так, еще разочек. Так, одеваю эту маску. Не тратьте на меня время, зверобой. Налил. Солнце такое яркое, режет глаза. Уйди отсюда. Спасибо, лекарь. Так это пот катится по мне градом просто. Градом. Как же жарко в этой штуке. Не снимай ее, тут... Зараженных полно. Ух, как сильно дерет горло. Помогите. Помогу сейчас. Одевай маску. Как вот снять ее? Я очень устал и хочу отдохнуть. Понимаю. Ух, как сильно горло дерет. Солнце такое ярко режет глаза. Подожди, в корзину выбросили. Сейчас мы приготовим. Подожди, не уходи, еще чуть-чуть осталось. Одевай эту маску чертовую. Шишка рез. Что такое, блин? Ну, давай. Я пропотел уже в этой маске, еще этот. Ох, как сильно горло дерет. Да что ты будешь делать, а? Сюда, все бросаем сюда. Теперь ей тошнит. Не трати на меня время, зверобойщик. Солнце такое яркое. Сейчас сделаем потусклей. Не пойму связь сейчас с этой... Кажется, я съел что-то не то.
с маской. Блин, куда я воду? Кажется, я съел что-то не то. Ну на. Не тратьте на меня время. Теперь ей плохо. Шишка. А, так можно скальпель прям не держать? Да. Подожди. Так что с тобой? Солнце жаркое. Подожди, солнце жаркое. Нужно делать все по-другому. Что там по времени? Время нормальное. Маску одень. Горло дерет. Секунду. Теперь тошнит ей. Может, это у меня плохо уже с головой? Я ничего не пойму. На голову селян свалилась ужасная напасть. Люди вокруг умирают в мучениях, и вы ничем не можете им помочь. В спешке вы забыли надеть защитную маску из кожи и умерли, заразившись хворью от больных. На голову селян свалилась ужасная напасть? Так, то есть я помер, да? Значит, все дело в маске. Маску нужно одевать в тот момент, когда к нам придет зараженный какой-нибудь. Получается, мы проиграли, да? Проиграли? Это что, заново начинать теперь? Да? Ничего себе. Никаких загрузок, ничего. Нужно было пользоваться масками, да? Ну ладно. Тогда я, пожалуй, что, закончу на этом? Закончу на этом и... Но если финал может быть другим, тогда придется все это перепроходить и вновь добираться до того дня, когда началась эта чума. И пользоваться масками, наверное, в тот момент, когда приходят зараженные пациенты. Да. Ну, я ожидал какой-то подвох, но я ожидал, что нужно будет с самого начала это все проходить. Ну что ж, ладно. Спасибо, что смотрели, и пока-пока. До скорых встреч. Пока.